Как сказал Дмитрий Кулоков, требует себя невозможного, получишь максимум. Я думаю, если бы я был бы бикини, я был бы, сука, страшный бикини. Нахера? Для красоты? Еще у меня ноги хорошо получается задирать. Так у меня жена потом скажет: Миша, я тебя сейчас так же растяну. Бабки, бабки, да, много бабок, слава, я не знаю. Вот смотри, вот это мы, вот до этого мы все вырезаем, оставляем только вот это. Спасибо. Спортивное питание FitRex – это инновационные формулы, честный состав, доказанная эффективность. Это удобно, вкусно и доступно. Принимай FitRex и добейся большего. Ну что ж, добрый день, Бодимания. Мы находимся в Краснодаре. Сегодня опять прекрасная погода, опять гостеприимный Краснодар. Второй день Самсона, юбилейный Самсон 40. Сегодня я знаю, что приглашены победители, абсолютные чемпионы предыдущих Самсонов. Это очень большая история, очень большая традиция. Блестящая организация, как всегда, встреча, проводы, великолепная гостиница, великолепная сцена. Не очень много спортсменов, но тем не менее хорошо очень подготовленных и из разных городов России приехали сегодня в Краснодар, не только с юга России. Только что закончилась конференция Южного федерального округа и были оговорены какие-то наиболее весомые моменты в развитии. И, наверное, юг России является сейчас одним из хедлайнеров движения бодибилдинга в России. Великолепная совершенно атмосфера и огромное спасибо Игорю Самохину за то, что пригласил Краснодар. Очень здорово. Спасибо большое, Игорь. С уважением. Всем привет, это Михаил Кокляев, это специально делается все для проекта Бодимания. И тема сегодняшнего интерактива – а нахера? Девчонки, вы что здесь делаете? Готовимся выступать. А нахера? Ну, просто делать нечего. Отлично. Угу. Вам такой же вопрос. А я привезла спортсменку. Денег хотим. А если выиграете, на что потратите? Поем, пойду. А что будете кушать? Роллы хочу. Бикини они любят жрать. Понимаете? Вот весь вопрос, нахера, чтобы пожрать просто, и все. Women's, hello. How are you? No English. No speak English? Why? Dastis, Armenian bodybuilder. His name? He is the Arbjan. Maybe. Что ты скажешь накануне своего выступления? Будет интересно. Я в хорошем настроении. Мне здесь такая дружеская обстановка, поэтому постараемся зажечь и... Ты выиграешь? Я буду стараться. А нахера? Нахера стараться? Да. Ну, я всегда стараюсь. Я такой человек. Ну, вот поэтому я хочу сказать по-армянски «шнурак колесен». То есть большое спасибо. И хочется сказать тебе «арох цюсун». Да-да. Это переводится «будь здоров». На самом деле, армянский знаешь не хуже меня. Примерно. Ты знаешь, сколько я армянских плохих слов знаю? Что вы думаете по поводу сегодняшних соревнований «Самсон 40» по бодибилдингу? Пока молчи. Понял. Он болеет целый... Вы будете заниматься бодибилдингом, когда родитесь? Конечно. Он пойдет по стопам своего отца. Да подождите, не перебивайте, я плохо слышу. А нахера ты снимаешь? А делать нечего, Мишань, больше. Вот только вот мы с тобой и встречаемся. Что с тобой встречаться на соревнованиях? Какой грамотный ответ. We'll be right back.
Один вопрос вам. Вы знаете, какой у вас номер? 166. О, значит, ты не на просушке, ты на пушке, получается, потому что не каждая бикинистка может ответить, какой у нее номер. 160, а с этой стороны он у тебя 991. А представляете, сколько бы длились соревнования, если бы у участницы был бы номер 991. Что вы ожидаете от соревнований? Главное — выступление. И победа. И победа. А нахера? Чтобы получить вдохновение на следующей тренировке. Более-менее как бы внятно, так, ну, так бы ответил бы Владимир Владимирович Путин. Да. У вас есть мужчина? Нет. Теперь я понимаю, нахера? Нахера вы занимаетесь бикини? Я теперь понимаю. Даже мне можно не отвечать. Что бы ты сожрал бы после соревнований? Ну, вначале куриный бульон, супчик, а такую лапшичку. Вот, а потом уже там йогурт, тан надо выпить, соленое пополнить. Тан вообще, я пью тан с похмелья. Вот единственный вопрос, нахера? Вот ты можешь просто тан и куриный бульон и прочее то, что ты перечислил, можешь есть, не занимаясь спортом. И получать от этого эстетическое, моральное и гастрономическое удовольствие. Для чего ты себя истязаешь? Да как раз таки получаю удовольствие и эстетическое, и моральное, да и не только. Прям выкладываешься, ты именно занимаешься спортом. Главная тема сегодняшнего вопроса – нахера? Нахера? Для красоты, для здоровья. Вот честно вам скажу, вот мне, вот на данный момент вы не вызываете у меня впечатление, что вы на 100% здоровы. У вас немножечко такое поволока в глазах, такое ощущение, что вы ни сладкого не ели уже, наверное, дней как минимум 10. Это правда, что вы не ели 10 дней сладкое? Да, это правда, что не ела 10 дней сладкого, но сегодня можно было кусочек шоколада съесть перед выходом, то есть это нормально. В межсезонье сколько плюс? Ну, 7 килограмм, 10, бывает. Хотелось посмотреть у вас, когда вы плюс 7, плюс 10. Вы двойняшки или нет? Вы сестры? А почему так похожи? Просто макияж, визаж. Не, ну смотри, как похоже. Похоже, да, как близняшки. Красивые. Хватит любоваться, я сам полюбуюсь. Итак, главный вопрос сегодняшней темы опроса на бодимании Михаила Кокляева. Нахера? Кайфуем, нравится, любим. Шкурный вопрос. Что хотите с этого поиметь? Собственное удовольствие, удовлетворение. Ну вот, чтобы вот так вот подходили и спрашивали. Ну просто это мазохизм. Сколько вы тратите на подготовку к вашим соревнованиям? Ну, 200 примерно. А могли бы слетать куда-нибудь на Таиланд, например? Да, желательно. Или куда-нибудь в Индонезию. Ну, у вас есть кто вас повезет в Таиланд? Нет. Пацаны, у вас есть, помимо того, что возможность познакомиться, сгонять в Таиланд, еще и жениться. Удачно! О, Тим Сан, пойдем к Тим Сан. Почему в майке Сан? Нахера? Мы поддерживаем. Вы получаете что-то с этого? Удовольствие. Вот я вот лошара в Фитрексе. Кстати, Фитрекс — отличное спортивное питание от российского производителя Виконика Спорт. Николай Бычков, протеиновый барон России. Вы знаете об этом? Знаем. Это была реклама. А вы выступаете? Да. А вы друг другу? Жена. Отлично. Ты гримировал? Да, собственноручно. Ну еще бы. А ты ее гримируешь? Ты как-то ее часто гримируешь? Каждое утро и вечер. Два раза на день.
если победим, что ждем от победы? Не знаю. Радости. Удовлетворения. Вот я от победы, когда я на родной классик выступаю, я от победы жду 80 тысяч долларов, статуэтку Луисира, которая стоит около пятерки, она бронзовая, и часы Адемар Пиге, которые стоят тоже 25 тысяч долларов. Вот это я жду от победы. Как тебе в этом коллективе живется? Пока голодно. На коллектив внимания не обращаю. Слушай, поем, потом посмотрю. Ты читаешь мои мысли. Не, подожди, давай так. Все-таки этот голод, он утолим? Нет, пока нет. Вот если бы я съел хачапури хинкали, порцию такую хорошую, вот тогда да. Победишь? Конечно. А нахера? Для хера. Отлично. Запишите это тоже. Это вот очень оригинальный ответ. Нахера это все нужно? Ну, каждый чем-то должен заниматься. То есть для вас доступен самый недоступный вид спорта — бодибилдинг, в плане того, что недоступен потом, ты знаешь, что русский атлет никогда на Олимпии не выиграет? Не факт. Хорошо, ладно. То есть ты надеешься выиграть на Олимпии? Факт. Нахера? Для красоты? Да вы, я вам честно скажу, вот я как мужчина вам скажу, который прожил 37 лет, вот всем, кто здесь девчонки есть, вот все, абсолютно все, даже кто не раздетый, вот в этой комнате не надо этим заниматься, вот честно скажу, вы и так все красивые. Серьезно, вы только вот одна лежит, 200 косарей в подготовку, вот если честно, если бы у меня жена сказала: Миша, я буду готовиться на бикини, я скажу: Оксана, тогда я не буду работать. Ну, придется же работать, нет? Все равно. Есть желание победить что-нибудь такое конкретное? Какие-нибудь, может быть, контракты вы ждете? Ну, когда-нибудь, конечно. Когда? Сначала победить. С кем бы вы хотели контракт? Надо хотеть с FitRx. Коля, запомни это. Запомни эту девочку. Как сказал Дмитрий Клоков, требовать себя невозможного — получишь максимум. Я думаю, если бы я был бы в бикини, я был бы, сука, страшный бикини. А нахера вы представляете категорию фитнес? Так душа у меня там вся на сцене. Не убедили. Еще у меня ноги хорошо получается задирать. Так у меня жена потом скажет: Миша, я тебя сейчас так же растяну. Ну вот, в принципе, для чего мы занимаемся фитнесом? Чтобы вот на вопрос она ответила. Вот, чтобы вот так вот делать. Как говорил мой друг, который снимается в Brothers, своей первой жене: без хлеба мы не останемся. Вот ты в таком качестве, вот нахера? Решил попробовать, вот, собственно говоря, первый старт был вчера. Потом дальше будет видно. Хочешь Сильверстова порвать? Да никого я рвать не хочу. Диман, это просто, он, знаешь, из-за уважения к тебе. Тагусева. Ну хотя бы, ладно, хотя бы этого, Миронова. В первую очередь себя, по-моему, порвать надо. Не, давай помечтаем. Вот ты выступил, там стал абсолютным чемпионом России по Men's Physique. Вот. Бабки, да. Много бабок, слава, я не знаю. Вот смотри, вот это мы, вот до этого мы все вырезаем, оставляем только вот это. Спасибо.